удовольствие предоставляется Сергею Александровичу Попову. Дорогие друзья, дорогие земляки, очень волнительное чувство, вот даже вот на этом маленьком участке, неся эту колбу, ощущается какое-то невероятное волнение. Оно, мне кажется, очень многих из нас родом из 1980 года, потому что тогда еще мальчишкой, глядя на столицу, на Олимпийский тот огонь, на тот праздник, вот не верилось, что нечто похожее, такое же волнительное, большое, может происходить здесь у нас, и в Красноярске, в Красноярском крае, в Назарово. И вот это случилось, это прямо здесь, среди нас. Это действительно здорово и замечательно, потому что я искренне верю, что этот пока еще маленький огонек принес нам радость, праздник, победы и, конечно же, увлеченность спортом и здоровья. С праздником, друзья! Ура, назаровцы!